Если вдруг вам станет грустно, на канал мой заходи, здесь найдете вы обзоры, все узнаете о них. Каждый день мы ищем что-то, ищем там и ищем тут, но найти не так уж просто среди множества YouTube. Ой, Лех, Леха, Леха, не без тебя так плохо, на каждый. Ждет. Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео я рассказываю, какие самые выгодные продукты, самые продаваемые продукты и о самых классных акциях каталога. Вот я вам помогу собрать заказ по седьмому каталогу. Вот, тем, кто смотрит это видео впервые, еще раз я поясню, что я сделал закладочки. Буду где закладочки останавливаться и объяснять, почему это надо заказать. Будем писать сумму, когда будем заказывать. Наша сумма будет увеличиваться. И таким образом мы с вами постараемся собрать максимальный заказ по седьмому каталогу. Это всего лишь моя рекомендация. Вы можете заказывать не все средства, а именно те, которые вам в принципе будут нужнее. Но я считаю, что вот на мой, моей точке зрения вот эти средства самые оптимальные. Итак, дорогие мои, начнем. Всем приятного просмотра. Итак, в седьмом каталоге выходит новиночка. Я бы ее, может быть, не стал заказывать, если бы не, хорошее, не хорошее, хорошее предложение от компании, это закажите две штуки, вы получаете на эту тушь 40%. Вот. Это очень хорошее предложение, поэтому грех им не воспользоваться. Я считаю, что обязательно заказывайте. Тушь это суперстойкая. Сейчас это актуально. Вот у нас, кстати, раньше были э, стойки, сейчас нет, люди спрашивают, то есть тушь такая нужна. Итак, э, мы добавляем в наш заказ две туши, у нас получается стоимость заказа и на эти туши у нас будет скидка 40%. Едем дальше. Следующая закладочка. Вот, э, это вот такие вот замечательные наборчики. Они идут по акции. Тем, кто не знает, я поясню что эта акция, если вы заказываете со всего каталога на сумму 1990 тенге, вы можете заказать неограниченное количество наборов по такой же цене 1990 тенге. У нас с вами уже тушь заказана, на 3700 мы условия выполнили, поэтому заказываем с вами, я посоветовал бы заказать два наборчика, это вот Пурбланка и Индивидуал Блю. Цена выгодная, девчонки, на самом деле один только аромат стоит 2200-2400. А тут вы заказываете с шариковым дезодорантом. Поэтому я добавляю в заказ два таких наборчика, и наш заказ уже становится на 7796 тенге. Тем, кто смотрит это видео, я надеюсь, вам понятно да, суть, суть нашего эксперимента. Так, следующая закладочка у меня... Вот знаете, я <laughs> вот это вот все развалилось, потому что странички эти дополнительные. На вот эти ароматы тоже идет 40% скидка, но они у меня в обзорчик не попали. Поэтому открываем следующую страничку. Так, здесь у нас Attraction линеечка представлена. Вы знаете, мне заинтересовала эта акция, потому что Attraction один из ходовых ароматов. И тем более здесь 100 миллилитров по цене, можно сказать, одного аромата. Поэтому я обязательно добавляю в заказ. И у нас заказ получается на 12 тысяч 95 тенге. Скидка у нас идет 15 процентов и, соответственно, бесплатная доставка. Или курьерской службой, или почтой без разницы. Листаем дальше. Так, ну, Девчонки, здесь на самом деле глаза разбегаются. Я не знаю, какие ароматы вы выберете. Это, конечно, выбор ваш. Но у меня вот ходовой аромат Персив Дью. И знаете, я заинтересовался вот этим ароматом. У него тоже идет свеженькая нота. Мандарин, мимоза, жасмин. Ну, то есть хочется его попробовать. Поэтому я бы, наверное, тоже вам порекомендовал на лето. А вот эти два аромата Персив. Цена бомбическая. Здесь условия закажите 2 и... А, при покупке двух, При покупке 2. То есть заказываем 2, 4, 6 и так далее. А, у нас тогда каждый аромат будет стоить 2,699 тенге. А, я их добавил в заказ. И у меня уже сумма заказа получилась 17,493 тенге. Вот. Смотрим дальше, что мне еще понравилось. Ну, конечно же... А... У всех должны должно быть в продаже вот такие мини-ароматы. Это очень удобно. Человек, вы можете, не всегда у человека есть возможность купить полную версию. А есть такие клиенты, которые любят попробовать сначала. И для этого есть вот такие маленькие версии. И есть клиенты, которые любят положить в сумочку. У меня вот друзья некоторые бросают в машину, чтобы в машине был аромат. Поэтому, что я вам тоже посоветую. Значит, здесь тоже очень много ароматов, очень все представлены, хорошие. Ну вот я выбираю персив, если мужской аромат и женский выбираю череш, так как я уже персив дью заказал. Любой аромат по цене 1500 тенге, очень выгодная цена. Мы добавляем два аромата в наш заказ. Итого наша сумма получается 20 491 тенге. Мы достигаем скидку 20% заказа. Но суть нашего видео эксперимента в том, чтобы собрать заказ на максимальную скидку, это 30%. Поэтому едем дальше. Следующее вот хорошее предложение, и мне понравилась эта акция, тоже при покупке двух ароматов цена будет 1999 тенге. Девчонки, мне очень уже нравится вот этот аромат муск, поэтому я его заказываю. Добавляю его в заказ сразу два штуки. Вам тоже советую. Аромат свежий, классный. Вот, и у нас получается уже сумма заказа вырастает до почти 24 500 тенге. Так, дальше. Ой, ну, здесь без комментариев. Супершок это тушь у нас одна из самых популярных в компании. Ее многие любят, многие ее заказывают. Она самая ходовая тушь. Поэтому ее надо всегда иметь в продаже. Вы можете ее и для себя заказать, любимой. Но в продаже она всегда должна быть. Те, кто знают компанию Avon, будут у вас ее всегда спрашивать. Ну, по крайней мере, у меня так и есть. Вот. Я не знаю, цена выгодная, потому что она обычно сейчас стоит 1200 тенге. Вот, Но так как у меня уже заказ просчитан, я бы, конечно, заказал бы их побольше. Но я добавил в заказ три туши, и у нас получился заказ на 27486 тенге. Едем дальше. Тихо, но уверенно мы приближаемся уже к середине каталога. А, у нас матирующий тональный крем и тон крем тональная крем тонально спокойное сияние. Я его постоянно выбираю, девчонки, постоянно его рекламирую, потому что он действительно супер. Поэтому для себя можете заказать один, попробуйте, потом будете знать, что предлагать клиентам. Ну и на продажу вы тоже не, не прогадаете. Матирующий или увлажняющий. Линейка классная. Итак, добавляем один крем. У нас цена получается 28 тысяч девятьсот. 85 тенге. Я говорю, как этот. Как в вот там Так, дальше листаем каталог. Так, здесь мне заинтересовал вот этот блеск. Он уже в компании давно. Блеск 3D объем. Он оптически увеличивает губы и дарит зеркальный блеск. Содержит витамин Е. Девчонки, у него цена уже практически ниже не падает. 999 тенге, это хорошая цена я бы порекомендовал вам заказывайте самый вот популярный оттеночек лиловый вот. а так в принципе есть смотрите и вообще прозрачный для тех кто но он знаете он по консенс... он по текстуре он не будет э, насыщенный то есть он на то на два будет ниже не смотрите что лиловый темный на самом деле он будет хорошо лежать на губах вот один блеск добавили у нас сумма заказа выросла 29 984 тенге. Так, следующая страничка. Ой, ну, не знаю, для меня это уже, уже наверное, тем, кто давно смотрит мое видео, в курсе, да, что Алексей бесконечно рекламирует вот эту замечательную пудру «Идеал». Вот этот вот замечательный оттеночек, прозрачный он называется. Вот, и здесь вот очень выгодное предложение. При покупке любого средства можно заказать вот эту пудру всего лишь за, 1990, за 1099 тенге. Вот, но э, хочу сказать, что на вот такие вот акции, где у нас идет условие при покупке любого средства, цена, э, скидка будет 10% на эту пудру. Не 25, как мы с вами достигли, а 10. И вот, э, благодаря пудре, у нас заказ на 31 тысячу тенге, мы достигли скидку. 25%. Вот. Что еще меня заинтересовало в этом каталоге? Меня заинтересовали вот эти вот свечи. Я не знаю, нравится вам или нет. Вот я заказывал по дему свечку. Она мне и то, по-моему, дороже вышла, чем здесь. Здесь очень выгодное предложение, потому что свечки эти 3000 стоят. А сейчас можно приобрести, я считаю, что это очень. Мизерная цена 1600 тенге. Но здесь будет скидочка у вас на свечку 10%, имейте в виду. Поэтому обязательно подумайте, выберите свечку и закажите, если она вам нужна. Я бы все-таки посоветовал. Она, знаете, у нее запах стоит. Вот, вот до сих пор очень хорошо пахнет. Вот, давно уже, кстати, не зажигал, надо порелаксировать. Итак, у нас заказ благодаря свечке достигает уже 32 тысяч. 682 тенге. Едем дальше. И у меня еще один эксклюзив. Вы знаете, я обратил внимание, может быть, я пропускал. У нас есть в компании вот такая пояс, пояс для бега. Я обратил внимание, сейчас это в тренде, даже девчонки носят не обязательно для бега, а просто в повседневной жизни передвигаются по городу вот с этим поясом. То есть я не, не знаю, насколько это в тренде сейчас, но я обратил внимание, поэтому тоже обратите внимание, может быть вас заинтересует. И цена 3000 тенге, я не знаю, сколько они стоят в магазине. Пытался перед обзором посмотреть, попадались и по 500 тенге, и по 7000. Поэтому будем считать, что 3000, учитывая, что у вас будет скидка на вот этот поезд, у вас будет скидка. 15 процентов поэтому подумайте посчитайте если это у вас цена не напрягает то сделайте себе заказ и ходите и будьте в тренде так следующая страничка Ой девчонки Ну я, я всегда смеялся что у нас в компании из каталогов каталог краски идут по акции то есть э, любой оттеночек так прошу прощения не отключил сотовый телефон. Хорошо, что не пищит, но он меня отвлекает сообщение. Смотрите, весна, карантин уже, наверное, сходит на нет, поэтому, но все равно мы выходим на улицу. И хочется весной освежить свои волосы. Может быть, кто-то хочет поменять цвет, имидж сменить. Поэтому цена классная. Обратите внимание, и сейчас самое время заказать. Заказать красочку, но учитывайте, что на краску у вас будет скидка 10%. Вот, мы добавляем краску, а многим надо и две краски. Поэтому тоже обратите внимание, что обратите на длину волоса. Я так думаю, что если у вас длина волоса где-то до плеча, то у вас должно хватить одного тюбика. Если уже ниже плеча, то, скорее всего, надо два. Но не мне вас учить, вы, наверное, кто уже красились, знаете, а подскажите, правильно ли я... Сделал подсказочку по поводу длины волос и сколько надо тюбиков. Дальше идем. Так, ну, весна, конечно же, весна. И кроме волос, хочется еще. А, кроме волос на голове, на голове у нас еще есть волоса на, ног... на ноге. Поэтому их тоже нужно убрать, девчонки. Вот у нас есть замечательные средства: есть гель для бритья, есть депилятор. Поэтому определяйтесь, что вам. А, удобнее и, пожалуйста, заказывайте. Они сейчас по акции, выгодная цена. А, скидка будет у вас 10%. Вот. Поэтому а, цена будет вот эта, вот, девчонки, при выполнении условий. Ну, так как у нас заказ -то с вами большой, мы условия выполнили. Так, депилятор наш поднимает рейтинг, поднимает сумму заказа, она становится 38 тысяч. 479 тенге. Ура, ура, ура! Осталось совсем немножечко. Поэтому смотрим дальше. Не выключаем видео. Девчонки, пожалуйста, пролайкайте Каждая сейчас, кто смотрит это видео. Пожалуйста, нажмите лайк. На самом деле это очень несложно. У меня очень много просмотров у видео и очень много лайков. Пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Поддержите меня. Если вам это видео нравится, нажмите лайк. Итак, девчонки, здесь у нас опять же вопрос о лете, что ножки тоже мы оголяем летом, поэтому надо их тоже в порядок привести. И тут очень много средств, очень много хороших, интересных. Я вот выделил еще раз щеточку пемза, она вечная, она металлическая, но она классная. Пятки, шоркать обалденно. Вот, а здесь все-таки вы можете выбрать любое средство. Они, знаете, я не устану говорить, у нас крем для ног это вот просто классно. И вот вот эта вот ароматизированная страничка, ой, это вот скорее всего маска, да? Боже мой, вот жалко камера не передает этот аромат. Прям хочется, прям хочется приобрести, если это он. Ой, нюхал бы без конца. Так, добавляем одно средство, и у нас заказ становится уже на 39 038 тенге. Едем дальше. Ну, здесь без комментариев, девчонки. средства для интимной гигиены пользуются многие. У меня его очень хорошо берут. Вот, это самый, это самый лучший отзыв, это когда его разбирают. Цена 700 тенге, это хорошая цена, поэтому заказывайте. На, на перепродажу тоже можете смело брать, но потому что ä... средства для гигиены, так же как гель для душа и крем для рук, нам нужны. Вам нужны. Итак, наш заказ увеличивается до 39 737 тенге. Что-то... А, ну все правильно, да-да-да. Так. Следующая закладочка. Следующая закладочка. Это гели для душа. Гели для душа. Но я бы хотел, девчонки, выделить особое внимание. Это жидкое мыло. Сейчас жидкое мыло это актуально. Мы стали мы, чаще мыть руки из-за, сами понимаете, из-за кого. Вот, поэтому вот эта цена классная, 700 миллилитров. Это если у вас семья от трех человек и более, знаете, это очень выгодное предложение. Вам этого мыла хватит надолго. И цена очень-очень низкая для такого объема. Вот, я добавил мыло. Наш заказ вырос до 40 936 тенге. Напомню, что нам нужно с вами получить скидку 30%. Она дается э, за заказ от 45 000 тенге. Мы к этому и идем. Так, следующая страничка. Акция я тоже каждый, каждый каталог показываю рассказываю берите в качестве антисептика хотя нас у нас в компании антисептик девчонки уже вышел вот. но кто еще не успел вы можете воспользоваться вот этим спреем и им дезодорировать, обезжа, обеззараживать от бактерий руки. Вот. Он содержит, содержит, спирт, поэтому, думаю, поможет. Итак, смотрите, здесь акция. При покупке двух трети за такую-то цену. Вы смело можете выбрать 6 спреев. Обратите внимание, что 4 спрея будут идти по цене 549 тенге. И на них будет та скидка, которую мы с вами достигнем. Ну, то есть 30%. А на вот эти два спрея, которые идут по 149 тенге, девчонки, скидка, э, Джок. Скидка, Джок. Скидки на вот эти вот два спрея не будет. Ну, тут понятно, по какой причине. Вот. И наш заказ добавляется на 43 430 тенге. Что еще, каталог заканчивается. Я вот здесь обратил внимание, что можно заказать. Тут тоже вот глаза разбегаются. То ли маску заказать, то ли вот эти спреи для ног. Вот этот спрей тоже для ног. Закажите спреи, потому что спреи для ног сейчас летом. И знаете, кстати, мужчины спрашивают, парни спрашивают спреи для ног. Это не женская косметика. Это это средство для ухода за ногами. Тут не написано для, за, за чьими ногами. Поэтому у меня успешно друзья заказывают, я сам лично пользуюсь. Поэтому а, не не переживайте, объясни, объясняйте своим муж, клиентам мужчинам, что ничего в этом зазорного нету. За ногами надо ухаживать, спреи нужны, вот. То, что они с запахом плоховатым, мужчины не все любят запах, но я от себя хочу добавить, что этот запах ваш никто не будет кроме вашей близкой половинки э, слышать, потому что только близкая половинка может приблизиться к вашим ногам. Вот, а передвигаясь по городу, ваши ноги будут далеко от всех окружающих, никто ваш аромат на ногах не увидит. Все, закрыли эту тему, спреями могут пользоваться все. Итак, мы достигли скидку но забыл сказать что здесь тоже надо заказать три средства поэтому будьте внимательны так мы с вами достигли заказ на сумму 45 тысяч тенге у нас достигнута максимальная скидка 30 процентов но не забывайте что у нас в самом начале ролика при условии заказа две туши у нас будет на эту тушь 40 процентов на все остальные средства 30, ну и помните, что есть у нас акции по 10%. Вот. Что еще? Ну, конечно же. Мыло. Мыло для рук. Опять же, вам говорю, что сейчас из-за кое-кого нам приходится чаще мыть руки. Поэтому заказывайте мыло, чтобы у вас оно тоже было. Вот. Добавляем 3 мыла. Заказ увеличивается на 46 тысяч. И... И... И, а, ну да, еще у меня есть вот такая страничка, обратите внимание, что э, у меня глаза разбежались, девчонки, я не знаю, что предложить вам. Здесь все средства хороши, все средства по низкой цене, поэтому выбирайте на свой вкус, что вам нужнее. Крема для тела, крема для рук, гели для душа, все это нужно, все. И заказывайте, и помните, что скидка на эти средства с этих страничек будет. 10 процентов вот вот так вот вот и завершает наш обзор традиционные наборчики от компании по выгодной цене социальный такой набор приобрети набор всего лишь за 2299 тенге при покупке любого средства вот хочу пояснить чем же он очень выгоден кто не знает тем что вот допустим этот аромат стоит 1800 1900 тенге гель для душа ну, где-то 470 тенге а, пена для ванны 800 а, и крем для рук ну пусть 350 вот такой вот у меня получился сегодня лайфхак к седьмому каталогу спасибо большое что досмотрели это видео до конца надеюсь моя просьба в силе вы все поставите лайки и мы наберем под этим видео как минимум 300 лайков, девчонки, иначе прекращу снимать такой ролик. Потому что очень много уходит сил, времени на снятие такого ролика. Девчонки, поблагодарите лайками, пожалуйста. Вот. Если, и, конечно же, если вы еще не подписаны на мой канал, только что вот сейчас зашли, посмотрели, вам понравилось, оставайтесь со мной. Впереди вас ждут очень много интересных обзоров, лайфхаков и каких-то влогов. О моей жизни, поэтому будет интересно. Все, на этом у меня все. До встречи в новом видео. Всем пока-пока, пока. -пока. пока.